Шима Анастасия. Я учусь здесь в 10 классе. Настя, можно чуть-чуть поближе к микрофону, будет тогда лучше слышно. А может и без микрофона, если вам неудобно. Мэмори Бэн, в переводе «Банка памяти». Друзья, мы же друг друга не забыли, неужто мы так сильно полюбили? Смотрю наши видео, фото, честно, со слезами. Не может это разрушиться, построенное столькими годами. Сейчас пишу я тоже, вытирая слезы. Я полностью вся утопаю в грезах. Пожалуйста, скажи же, что по нам скучаешь, хотя ты, мимо проходя, не замечаешь. Я говорю прощай еще до выпускного. Я даже не могу прощания представить уж такого. 2 года не прошли еще, а мы уже ведь потерялись. Не говори, что много времени осталось. Мы банку выкопаем ведь не скоро, не забудем наши шутки и слова. Как не забыть на кабинет весера? Ты еще читаешь по моим глазам? Каждый день мы приходим в то же здание, но как же бывает между нами расстояние? Не только вижу, чувствую нас мало, но вы меня, мне показалось, что с такой любовью я понимаю.